Друзья, я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я хочу показать, какой сорт томата растет у меня в теплице. Этот сорт томата называется «Казанова». Вот я сейчас покажу. Вот такой многоплодный, оригинальный. Вот с такой вытянутой формой. Как пишут, очень экзотически. Вот такой в кисти идут по 5 штук. Здесь вот от тяжести у меня даже стебли опустились вниз, вперлись в грунт. Вот там уже начинает один краснеть. Вот такие вот очень урожайные томаты. Называются Казанова. Высокорослые, они среднеспелые. Вот здесь вот такая большая. Но здесь просто сразу совпало две кисти. Вот такие вот очень урожайные. Вот вырос он уже больше 2 метров. Ну, как пишут в рекомендациях, что плоды до 20 сантиметров. Но у меня они больше, наверное, 10-12 выросли. Вот высокие. И там они все в плодах и в плодах. И еще там есть цветочки с завязями. Вот такой вот сорт, очень урожайный. Называется Казанова. И он очень такой сладкий. И очень удобный для консервации. Можно просто ставить томаты, как огурцы. И они очень интересные и очень такие, вот, очень сильные такие. Кстати, я попробовала этот томат, хотя в рекомендациях пишут, что он именно для защищенного грунта. Но я взяла и почеренковала этот томат и посадила в открытый грунт, когда черенки пустили корень, и я их высадила. Ну, это будет следующая публикация, я вам покажу, что там они тоже растут, уже появились плоды, и, по-моему, там все будет хорошо. Главное, чтобы не было заболеваний, так как все-таки уже наступает август. Приблизился к нам уже, заканчивается июль. Поэтому у нас обычно в августе туманы. Я надеюсь, что я их спасу от туманов и обязательно покажу. Вот такие красавицы томаты Казанова. На вкус они очень сладкие. Свои я еще не пробовала, но в прошлом году меня угощали. Поэтому я решила его посадить. Вот и все, друзья, что я хотела сегодня вам рассказать и показать о томате Казанова.